Перед нами игровая площадка 8 на 16 метров. В каждой из противоборствующих команд по 3 человека. Матч в снежном волейболе состоит из двух партий. Он длится до 15 очков. Но если ситуация равная, то волейболисты проводят завершающую третью партию для выявления победителя. Сегодня так и происходит. Матчи на втором этапе Кубка России по снежному волейболу достаточно напряженные. Они проходят на высоте комплекса «Горный воздух». Организация турнира, я считаю, на отличном уровне. Все подготовлено прекрасно, локация просто замечательная, топовая. Очень здорово, то, что турнир, во-первых, проводится на горе. В России это довольно редкие этапы, которые проводятся на горе. И, конечно, потрясающие виды, которые нам предоставляются. Видно, что организаторы поработали, выбрали хорошее место и подготовили площадку. Азарт и настроение сегодня морозным утром соперники из разных уголков страны ловят в групповых встречах. Помогают не мерзнуть термоодежда, шапки и перчатки. Сцепление на снегу обеспечивают футбольные бутсы. Сборная «Динамо» из Татарстана бросает вызов «Академии 3» из Москвы. Расслабил, все равно биться до конца. Это хорошая команда, довольно-таки опытная, на мировые туры, на евротуры ездила. Поэтому настрой был максимально боевой. Ну, как показала игра, максимально плотная. То, что не зря, это одна из лучших команд. 15-9 первый сет за «Динамовцами», а во втором мяч чаще ложится на их стороне. 8-15. Но в заключительном раунде Татарстан все же одерживает верх. 15-11. Сейчас не сложилось, а так все понравилось. Каталка хорошая. Как игровые кондиции? Как ты думаешь, чего не хватило прежде всего? Приема. Давай, Никита, держать! Отлично! Так болельщики подбадривают островную сборную. Сегодня она пытается обойти Московскую академию 1. В первой партии был какой-то шанс, мы неплохо играли, в принципе, на блоке. Немножко выбивали с приема, поэтому им было тяжело. Москвичи находят брешь в нашей обороне и завершают матч в свою пользу. 15-10, 15-6. Впереди два игровых дня и мастер-классы от профессионалов. Игорь Антипов, Константин Киндюк, телекомпания ОТВ.